Итак, друзья, я думаю, многие получили недавно уведомление от системы ВКонтакте, ну или сайта ВКонтакте, если быть более правдивым, с предложением поискать их мини-пиньяты, или как они их там называют. Короче, изображение праздничных собачек Спотти, только раскрашенных, немножечко видоизмененных, в общем, в колпачках и всякие праздничные. Я, честно признаюсь, я их не смог найти. Вот я ткнул куда-то, она пропала. Жена у меня более терпеливая. Вот сейчас вы смотрите квест от жены, как она добыла все-таки все нужные или необходимые 5 пиньят, которых они так называют, почему, я не знаю. Короче, 5 изображений этой праздничной собачки, гифки движущиеся, после которой нам дарят, не поверите, просто охренительный большой набор этих же самых собачек во всех разных видах. Короче, типа смайликов, только в виде собачек. Смотрим, как это делается, и в конце видео смотрим, что мы получаем. Я честно еще раз напоминаю, я не смог. Я минут 20 или 30 долбился, выяснилось, секретик был в том, что у меня была скрыта часть пунктов меню. Жена мне на это намекнула, я в настройках открыл все пункты, сделал их доступными, и после этого она показала, как, пробежавшись по всем пунктам моего второстепенного рабочего аккаунта, можно получить эту самую пиньяту, ну или собачку. Ну и в результате получить все стикеры. Всем приятного просмотра и заранее пока.